честь 74-й годовщины освобождения нашего региона от фашистских захватчиков в крае прошла масса мероприятий в Сочи. Сегодня на мемориале воинской славы собрались школьники, чтобы возложить к вечному огню цветы. Давайте помнить всегда подвиг наших воинов, подвиг наших предшественников, подвиг тех практически мальчишек и девчонок, и взрослых мужчин и женщин, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Остановить гитлеровцев в их продвижении на юг удалось на подступах к Туапсе и в горах Красной Поляны. В годы Великой Отечественной нашему городу повезло не видеть бомбежек, но Сочи буквально за несколько дней из всесоюзной здравницы стал городом-госпиталем. Работа в 110 переоборудованных санаториях и поликлиниках шла круглосуточно. На одного медработника приходилось 800 раненых. Всего за годы войны через сочинские госпитали прошло почти 336 тысяч человек. Это сопоставимо с населением всего послевоенного Сочи.